Трагедия на производстве в Кустанайской области. Рабочий погиб на шахте Соколовско-Сарбайского горно-производительного объединения. По сообщению пресс-службы акционерного общества, на предприятии проводились взрывные работы. На глубине 280 метров произошло отслоение куска горной массы. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас по факту случившегося проводится расследование. Коллектив и руководство акционерного общества ССГПО выражает соболезнования семье погибшего. Семье погибшего будет оказана необходимая помощь. По факту случившегося проводится расследование.